Привет, с вами Чего. Сегодня я получил Джуджу. Сегодня я сыграю на ней, ну и прокачаю, наверное. Ну, кстати, только что мне на втором аккаунте выпал Бастил. Я сейчас самая бесячая. Короче, я вам сейчас даже покажу. Вот мне упал Бастил, но самое вообще бесячее это вот. Мне выпали ангелы, а не демоны. Смотрите, но это ничего не главное, но это как бы не проблема, я бы сказал. Проблема в том, то что у меня есть спайк, и мне вроде бы как выпало вот это улучшение. Вот у меня все легендалки. То есть я сейчас мог апнуть спайка легко. Очень легко мог апнуть спайка. На кучу кубков. Но нет, мне выпали в принципе ангелы. И теперь по сути вот все режимы с этим модификатором, это все. В них можно сказать, можно не играть даже. Там бессмысленно, там просто одни спайки. Кто не знает, у спайка сейчас, можно сказать, бесконечное хп в этих режимах. Если вот ты берешь спайка, вот так вот берешь спайка, берешь его первую пассивку, вот эту вот, и берешь вот это вот улучшение на огонь, значит, ты победил. Надеюсь, это как можно быстрее пофиксят, конечно. Но теперь у каждого почти будет спайк на 50-м ранге. Ну, даже больше там. Больше 1000 будет. Ну, ладно, теперь переходим к Джуджу. Вот. Ну, сразу на 7 силы покачаю. И возьму... вот это вот улучшение. Точнее, гаджет. Так, ну давайте-ка. Хотя ладно, в принципе, на 0 кубков не будет спайков. Как только начинают попадаться игроки, сразу все. Там все спайки просто. Вот, у меня огонь сейчас стоит. Как можно заметить. За мной появляется огонь. Но спайка баг, то что этот огонь его хилит. Как будто это его ульта. Знаете, вот. И все, он бессмертный, по сути. Походу, разработчикам была лень просто делать новую модель, и просто они взяли просто суеты спайка, и все. Ой, невидимый. Прикольно. Бежит. Ну все, всем спасибо за просмотр, всем пока.